магазин никуда не забрал. Чуть раньше, чтобы уже немножко поубирали. Не могу даже представить, если это немножко поубирали. Было ужасно вообще. Дети, одна спала вот на этой кровати, другая сидела в кресле, смотрела по компьютеру кино, а я спал и супуга. Это прям в оконный проем попало, да? Да, тут стенки у нас были, тут стена, ванна была и все там, стены, все. То есть это вынесло все? Все вынесло. Да. Дочку стеной накрыло, вот копали ее старшую. Ну я тоже заспал, мне ноги заводило все. Никто не пострадал? Нет, слава богу, все живы, здоровы. Во сколько это произошло? 15 минут 12 ночью. Не хочет кофе! Я забыл, как это. А не знаете, какой снаряд прилетел? Честно сказать, ну сюда крупное. Это не мина, потому что свиста не было. Какой-то снаряд крупный. Точно не знаю. Потому что не свистело, упало сразу. Ну, не горело ничего, пожара не было. Чисто пыль, вот это, осколки вот побило и все. А куда обращаться? Посмотрите, там не наступайте на кухню, там может провалиться. Угу. Будьте аккуратны. Я только хотела на кухню, вот и хорошо до окна не дошло. Угу. Сразу, собой. И сразу у меня в квартире вообще. Да. Да. Жилья нету. И вот дети надо сейчас вот с 1 сентября идти. Я с две девочки, одной 20, другой 18. Я не знаю, ни вещей нету, ничего нету. Ну вообще нету. И квартиры нету, жилья нету. Все, я вообще не знаю. А городские власти что сказали? Ай, что они говорят? Приезжайте, буду так. С актом приезжайте. Будем давать вам либо общежитие временное. Ну, нам бы хотя бы сделали с улицы бы вот это заделали. Да, бы это. И вот эти перегородки, чтобы нам крыша не упала, ну, потолок вот этот. Перегородки бы сделали там это. Ну, я не знаю, ванну, сантехнику, наверное, не дадут, я не знаю. Что там? А приезжала уже комиссия, оценивала, сколько ущерб? Нет, еще не было. Ну, мы их видели, они должны сейчас подъехать. А, хорошо. Хорошо. Квартира не подлежит, мне так сказать. Да, там куда подлежит. Ну, все. Я хоть тряпки себе понаходила, потому что я вообще, вы голые повыскакивали, в чем есть. Это я вытягивала вот из-под прутьев, тягала, вот, это вытягивала Женю старшую, младшую тоже. Мужа завалила две стены на нем. Я не знаю, что делать теперь, как. Как и что быть. Я не знаю, ребята, я еще не могу отойти. Вроде ночью нормально себя чувствовала, сейчас я все, пипец. Ну, ночь еще как-то взбудораженная были, сейчас уже начинаешь все осознавать, и поэтому сейчас еще страшнее делает это все. Это вы откуда? У Горловка сегодня. Ну, то так. Короче, все выкидывают, все, что в квартире, вот это все у меня выкидывается, все. И, короче, у меня ничего нет. Ни кружки, ни чашки, и... День независимости, видите, как отметили. А во сколько это было? Вот, часы остановились, 11:30. Ой. Снаряд еще лежит, да, Люба? Там его никто не доставал. А вдруг он еще... Да. Ну, не знаю, я тапок, я просто вступила, оно все горячее, стены горячие. Я в тапок вступила туда, и там тапок я ставила, выскочила, вот, в подъезд. А где снаряд находится? Прям в коридоре, вот тут, вот, рядышком. Ну там я вон выкидывают, лежишь, выносит, вроде все нормально. Сказали, можно заходить. МЧС был, сказали, можно так выносить. Так они смотрели, он взорвавшийся. Ну, конечно, оно ж видно по стенам, они поняли, что оно взорвалось. Ой-ой-ой. Я так и не поняла, что оно произошло. Хлопок. Гром, молния, сразу хлоп-хлопок. МЧС не говорили, какой это снаряд? С чего? Да я как-то и не обращаю внимания, какая разница, уже случилось это все. Самое главное, живо. Да, да, да. Там среди ваших завалин действительно как еще
Да. Мы выбрались оттуда все. Там у соседки тоже вот зайдите, вот там были напротив, что вот двери. А, да, бабушка. Двери, вот там вот зайдите, бабушка, так вообще двери, мы сегодня ее выносили с подъезда, и очень сильно плохо было. Короче, кошмар. А тут же нет никаких воинских расположений, техника не стоит, да? У нас жилой комплекс, да? Ну, сейчас вот это, ну у нас же вроде как, ну Зайцева стреляют, Мичурина там стреляют. Ну сюда же-то не было никогда такого. Не знаю, как оно получилось. Думали, самое безопасное место здесь, в У нас безопасное место, муж мне говорит, в коридоре. Вот я бы там в коридоре, так бы мы все там полягли. Вот так. Или в ванной. А ванну, да. Оно все снесло. Оно как раз все снесло. Оно все снесло. Так что тут я уже не знаю. Я боюсь, честно, спать уже. Я теперь боюсь. Я же не засну. Детей положу, а сама буду бояться. И то, на чем я ее положу? Вот у нас однокомнатная квартира у отца, одна кровать. Как я, вот мы все, как мы, пять человек получается с отцом. Как мы это будем помещаться, я не знаю. Я не знаю просто. Мне самое главное вещи, чтобы собрать. Там, пока ты доберешься до них, надо перебрать. Ой-ой-ой, сколько горя у людей опять. Ну, пара, сейчас.